Блехарик. Сейчас включу донаты. Так, твой сосед. Разница между макро и микро игрой. Разница между первой и второй позицией. Ответишь правильно, задоначу 1000 рублей. Так, слушайте. Подожди. Разница между макро и микро игрой. Ну, макро это означает как бы, ну, контроль персонажа, вот это вот вся, все мелочи вот эти вот, которые там, ну, ты понял, да? То есть это справился. Микро игра. Ну, это контроль чего-то маленького, то есть микро, от слова маленький, правильно? То есть контроль, маленький контроль, можно сказать. Правильно, нет?